Итоги работы за год подвели в Архангельском отделении партии «Единая Россия». На последнем году конференции единороссы обсудили реализацию национальных и партийных проектов, а также рассказали о программе развития областной столицы «Архангельск-2020», которая стартует с 1 января. Заключительная конференция архангельских единороссов – время подводить итоги работы местного отделения за год. Успешная реализация национальных и партийных проектов. Продолжилось формирование комфортной городской среды. Прошли масштабные дорожные стройки за счет нас, проекта «Безопасные и качественные автодороги». Было, конечно, неудобство для жителей города Архангельска, но тем не менее теперь мы видим, как у нас функционирует Ленинградский проспект. Мы сделали на сэкономленные деньги улицу Поморскую. Особенно долго на конференции обсуждали планы на будущий год. Год важный и принципиальный для партии «Единая Россия». В регионах пройдут выборы. Большие планы по строительству детских садов, школ на 850, на 1600 учащихся. И, безусловно, здесь без партийного контроля, конечно, я думаю, что будут сложности с реализацией. С января в столице Поморья стартует проект «Архангельск-2020», по которому город ждет большое обновление. Строительство домов, реконструкция мостов, дорог и дворов. Проект этот рассчитан на 25 миллиардов. Конечно, не на один год. Деньги федеральные. Я думаю, что при желании будут участвовать и наши жители города Архангельска, когда будем рассматривать именно проекты по тем или другим, именно по тем другим, как говорится, округам. Отдельно упомянули большие стройки следующего года. Это новая школа, детский сад и физкультурный комплекс в округе Воравино-Фактория, плюс ремонт 9-й архангельской школы. На конференции губернатор региона Игорь Орлов предложил придать этим проектам статус партийных. Фракция партии «Единая Россия» в областном собрании все эти проекты поддержала, они все обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами. Теперь нужно обеспечить сопровождение этих проектов и по времени строительства, по качеству строительства. 2020 год – это год разработки уже нового программного документа для партии. Почему было предложено, собственно говоря, посмотреть на проект «Архангельск – город возможностей для каждого», как первый проект, который ориентирован всецело на человека. Вместе с реализацией проекта «Архангельск-2020» следующий год должен стать для единороссов временем создания программы на будущее. Михаил Меньшанин, Светлана Михеевская, регион 29.